Вымогательство и взяточничество в особо крупных размерах, в этом подозревают начальника Полтавской областной ГАИ. С обыском к Петру Блажевскому домой пришли сотрудники СБУ и прокуратуры. В его портфеле нашли 18 тысяч долларов, в квартире еще 20, а также 6 тысяч евро и почти миллион гривен. По данным следователей, главный полтавский гаишник каждый месяц собирал мзду со своих подчиненных. Все руководители подразделений должны были заплатить от 1000 до 4000 долларов ежемесячно. На должность начальника госавтоинспекции Полтавской области Блажевского назначили всего лишь 8 месяцев назад. Следователи готовят ходатайство о взятии Блажевского под стражу. Подробный материал о нем мы готовим на завтра.